Спасибо вам. Саша хочет вам подойти поближе. Александр Воронов. Ну, добрый вечер, ленинградцы, петербуржцы. С Новым годом, с новым десятилетием. Наконец-то мы собрались вместе. И, так сказать, ленинградцы, москвичи, все мы здесь. Ура! Что я могу сказать? Новогодние праздники были непростыми. Вот Евгений Владимирович не даст соврать. Все, наверное, видели видео наших репетиций. Да. В общем, было зажигательно, что я могу сказать. Новый год я встречал на семейных щах. Да, и начали, значит, мы все хорошо, старый Новый год проводили. Я-то начал нормально, как все. Ну, а потом все, речь, куранты, новогодний огонек у Маргулиса, и на столе появилось именно оно. То, что нельзя пить, так сказать, вместе с крепким. Кокаин это у молодежи, а у меня шампанское. И все, сделала дело кислое вино. На второй день у меня прекрасное было настроение. Я позвонил ребятам и сказал, можно мы встретимся завтра, например. Вот, ну и здесь это хорошо. Соответственно, мы как старались, значит, делали тизеры, выкладывали наш календарь. Были, соответственно, и победители. Я, честный человек, хочу сказать, что кулинарных рецептов было крайне мало, что меня не порадовало. Так что учитесь готовить, товарищи, так сказать, YouTube вам в помощь. Из анекдотов. Ну, это вообще беда. Значит, в Ленинграде первое место занял анекдот про Афина. Ну, собственно, повторение мать учения, а? Да ты дофига живешь уже. Как так это? Не тянет это ноша-то? В таком-то возрасте все видел, все знаю. Ты уверен в этом? Нет? А? Правильно, сомневайся. Физик должен решать серьезные задачи, связанные с квантовой механикой и созданием квантового компьютера, чтобы мы были впереди планеты всей, как раньше в космосе, а сейчас вот. Так что, физик, ты давай-ка, мы там все следим с моим дружком Андрюхой Ерзаком, который такие теории задвигает, любой физик позавидует. Ну да ладно, да, что, я не про физику, это по земному вернемся, к анекдотам. Ну и, соответственно, анекдот был про финнов. Ну, наверное, вы все знаете, да, сидит финн в лютый мороз, в полушубке, лысый. А где все? Вы здесь, все, ладно. Да. Не, я как-то другой анекдот расскажу, московский. Пусть это, вот ленинградцам будет завидно. Победил московский анекдот, который мне очень понравился. Значит, симфонический оркестр и дирижер такой виолончелист. Да, так, если вы будете продолжать играть на виолончели в таком же духе, вы лишитесь своего смычка, я вам выдам палочки, и вы будете барабанщиком. Баян у тебя сам знаешь где. Вот, а виолончелист такой подумал, подумал и такой втихаря. Ну ладно, а у меня-то хоть будет две палочки. А вот тут вообще ничего делать не имеет, у него одна, как у вас. Да, поэтому ну, вот такой вот анекдот музыкальный. И, соответственно, Новый год начался, рассказывать нечего. Мы честно пытались, значит, репетировать, вспоминать новые песни, которых мы напридумывали немерено. И, видимо, уже после этого вот так плотно засядем на нашу точку. Ты не торопись, десятилетие большое впереди. Вот он. Да что про Афинов говорить, к ним ездить надо. Тем более, сейчас я слышал, дают визу на 5 лет. Уже ребята пришли, они все сделали, что нужно, чтобы выйти из штопора. А я вот смиренно удаляюсь вот туда, куда я посылал дирижер виолончелиста. А то вдруг это в дирижеры все пишут. С Новым годом! Сам Воронов, он же доктор Душка. Настоящий доктор. Спасибо вам!